вами есть набор часового. Рядом с вами есть набор часового. Вернитесь в зону боев. Все сеют тут. Так-то есть Battlefield 1, Battlefield 4, Battlefield 5.
в игре только как ты крысишь, так и помогает. Захватывать люди не любят, походу. Захватили цель Баклан.
взяли цель Баклан. Захватили цель Баклан. Да их фиг поймешь. Кто туда, кто туда ходит. Сектор. Мы победили, ребята! Зачистите сектор от врагов. Мы захватили сектор. У нас осталось 50 солдат. Мы можем скоро захватить последнюю цель. Валикум ассалам.
все тебя, Саид, зовут. У нас осталось 20 солдат. И снова поражение. Османы оказались сильнее, чем мы думали. Соберите все силы и приготовьтесь ударить снова. Пусть они выиграли один бой, но война еще не закончилась. Вперед! За короля и отечество! За империю! Нам в подмогу прибыл дредноут. Сейчас я поменьше сделал звук игры. Просто какое-то разнообразие хочется. Одну GTA-шку. Там что-то в последнее время не воюют. Ну, потому что у людей денег нет, может быть, покупать стволы и все такое. Да как я понял, чели со всеми проблемами. Походу я только в нее такое хорошее что-то увидел. Все что-то против нее на этом сервере. И такая же фигня и с Кумикой. Тоже все жалуются, когда видят ее со мной. Тоже красивая игра. Отдельный разговор, да? Ну, почему ты меня плохо слышишь-то? Тебя тоже бесит, Энсака. Тогда не знаю. Тоже цеш. Тоже такая, да? Как и челюсть, что ли, получается? Ну там все люди вот чуть-чуть поднимаются, все, они такие все я да я. Да, у нее есть свои приколы тоже, девчонки.
короче, привыкаю не штурмовать, а как-то вдали играть. Короче, я всегда штурмую в минус ухожу. Ну, почему тебе интересно, я знаю. Потому что у него приятный голос. Как я понял, у нее эта звездная болезнь пропала у Чипа. Но она тоже была раньше, тоже такая. Ну там все девушки такие бывают. Когда чуть-чуть поднимаются, то начинают из себя что-то строить. У Мики лет, блин, сейчас не буду врать, не знаю. Вроде бы лет 20-21, что ли. Пока она не пошла в это мед, нормально была. Сейчас как мед пошла, походу, тоже чуть-чуть изменилась. Но как-никак, сейчас она не такая ранг, командует на людьми, а такое портит людей. Скорее всего, они за меня выигрывают. Не, не продали, ты чё? Не продался. Ну, просто пока катается. Ну, по-любому надоест, потом передаст. Потом его камни отдадут. Я вот чем думаю продать две тачки. Вот этот Шварц и Беху. Еще накинуть, еще одну какую-нибудь купить. Или обратно свою Порше взять за эти деньги, которые я отдал. Осталась половина наших войск. За 800 я его за 800 по-любому не продам. Я лучше, скорее всего, эти две тачки продам. Ну, Беху и Шват. Еще накину как-то деньги. Блин, не он дорогой вообще. Да эти крысы бегают-то. Блин, по-любому за 300 я его хочу продать.
Чум там. Все такое. Думаю, 300 дадут. Я помню, раньше за 310, за 320 продавали. Ты одно скажи, зачем мне гелик продавать, если я могу их эти две тачки продать, еще у меня мир парки дом же, ну короче, я могу и его продать в мир парке, ну не он этого не стоит денег, честно, он, я не знаю, не такая машина, она максимум там жмет 190, не больше. Ну, он ехать, ну главное это, катается же, Хантер. Короче, у меня есть мир парке хата. Есть две тачки, могу их продать. Ну, он пока стоит, как я понял, он то, что, короче, я ему 400 отдал. Он мне мир парке хату отдал. Получается так, короче, эту хату я купил обратно у него за 400. И, короче, моя хата, как хочу, так и продам. Парки. Ну ты скажи, сколько пятигаражный премиум плюс, сколько будет стоить мир парки? Он среди премиум. Проиграли бой, друзья. Но война еще не закончена. И вера пока живет. Мы снова сразимся с врагом. Ведь освобождать народы из-под ига деспотической империи всегда будет нашим долгом. Победа над османами стала бы знаком возрождения распадающейся империи. Националистические движения на ее территории могли бы утихнуть. Могущество, обретенное благодаря контролю мировых запасов нефти, наверняка лишило бы Османскую империю поддержки центральных держав. Вот это антенна 73. Жалко, что нет русского сервера тут. Это очень влияет. Я его продавал за 650, купили в мир парке. Нет, Аркова нету. Блин, когда мне предложили, очень дорого стоило. Там еще он должен был выйти по ходу. Эта игра.
Ну, я хочу из-за него 650 или 700 в мир-парке, пятигаражник. Еще старой вот этой. У нее сколько там? 5? Да, короче, 5 чем-то. Коммуналка, как говорится. Да, что-то такое было. Я помню. Ну, короче, дорого было. Bazılarına göre imparatorluğumuzun sonu geldi. Ancak biz ateş gibiyiz. Yeniden alevlenmemiz için bir kıvılcım yeter. Şaka. Bir zamanlar tek atımlı tüfeklerimiz vardı. Şimdi bu seri ateş eden Nordenfel silahlarıyla modern çağa tam anlamıyla ayak uydurduk. Biz silahlarımızı küçük ölüm elçileriyle doldururuz. İşgalciler şunu unutmasın. Biz ıskalamayız. Солдаты! Сегодня дьявол намерен. Понял. Что красивое говоришь? Игра. Там, ну, тоже многие стримят. Стрим пускают эту игру. Я сейчас Battlefield 5 еще поиграю. Там будет более такое. Себе. Вот нормально. Метро? Не помню. Что, метро онлайн, что ли? Я помню раньше, 5 лет тому назад, ну, я играл в метро, ну, просто так. И сейчас что, онлайн и метро? Просто на прохождение, что ли? Чем мы химат сини?
сразу сказать, я бы хотел бы Мафию 3 поиграть. Думаю, красиво. Мы теряем цель Баклан. Мафия 3 вообще не смотрю. Цель Баклан. Потеряли цель Баклан. Мы потеряли сектор. Рассчитываю, вот столько и будет 500, еще плюс дом. Я не знаю, купить лучше бизнес. Ну, у меня в день, блин, 5-6 тысяч просто так уходит. Да нет, вроде бы написал там более-менее. Жду ответа их. Там в видосе вроде бы, когда я запускаю, все данные показываются, где в видосе. Ну, что там? i5-7600K, видеокарта Radeon RX 478 гигабайт, 16 гигов оперативки, ну, ничего такого больше. Мы теряем цель Баклан. Но это я делал раньше, но это не новая сборка, ну старая сборка.
цель Аист. Да, почему бывает такое? Потому что все пропадает у людей. За это деньги надо вливать. У них донат какой-то вообще нереальный. Ну да, в гос хоть ты, блин, потеряешь ствол что-нибудь, тебе не обидно будет. А там, короче, ну, я так думаю, то, что каждый ты теряешь оружие, и эти деньги, это уже хочешь, не хочешь, ты ничего не делаешь там. Да эта игра у меня давно, геймерс. У меня давно, ну, я вообще был поклонник Battlefield 4, ну, 2-3 года поиграл, мне уже надоело, купил от геймерс. Сейчас скоро и в 5 будем играть, пятерку. Просто тут не столько людей собирается, как на GTA. И что тут плохо, то что нет русского сервера, все заграничные. Вот что плохо тут. Привет. Блин, неужели у него там травы нету, что ли, блин? Убрал, что ли, эту траву? Половина войск противника уничтожена. Видел. Потеряли цель Аист. Захватили цель Бакла. Не, Лейла. Ну, короче, Лейла. Я в Warface это заплатил, короче, с бана вышел. Героя генерала, не видел что-то там вообще такого. Мы потеряли откуда? Цель Бакла. Сейчас надо штурмовать. Посмотрим. Как эти люди, блин, так быстро проигрывают точку. Мы теряем цель Баклан. Это где именно? Тут что ли? Или в Warface ты говоришь? Ты вот тут говоришь, мой никнейм.
Warface у меня вообще, смотри. Как тут можно было посмотреть? Вот мой никнейм в Warface на Чарли. Думаю, ты увидел. А чё у тебя в GTA? Деньги подняла. Мы теряем цель Аист. Осталось 50 атакующих. Я не понял, как меня убили. Только резнул. Мы потеряли сектор. Достиг последней цели. Осталось 50 атакующих. Мы теряем цель Аист. Осталось 20 атакующих. Мы захватили цель Баклан. Я ни хера не вижу за этой травы, а они, блин, как-то пофигу. Вернитесь в зону боев. Это где? На сайте каком-то взломанный. Победа за нами! Восславим полковника Кемаля!
за его храброе предводительство. А, ты не говоришь. Но будьте начеку, враги вернутся снова. Да не, я за сколько они стоят, за столько и покупал их. Я думал, ты мне. Врагу говоришь. В подмогу прибыл дредноут. Насчет этой Battlefield 1 я бы не сказал бы, чтобы она супер такая игра, но Battlefield 5 намного красивее, чем 1. Я не знаю, почему они это один такой сделали, блин. Тут, блин, ни технику не возьмешь, никак, блин. Тупо, блин, не бывает. Или надо ждать, блин, 10 минут одну технику. Да, многие Battlefield 3 только играли и ща играют. Ну, Battlefield 4 намного красивее, чем 3, но многие говорят, нет, тройка красивее. Теряем цель Баклан. Готово!
боев. Противника уничтожено. Мы теряем цель Баклан. Цель Бакла. Наши силы потерпели поражение. Что с тобой, да? Слишком многие из наших братьев умолкли навсегда, подобно камням, которые мы обороняем. Но не впадайте в отчаяние. Мы вернемся к Ачибаба и остановим это вторжение. Гриппом болеешь. Несмотря на то, что британцам удалось захватить и удерживать пляж В, они были загнаны в пиковую ситуацию. После 8 месяцев изматывающей позиционной войны генерал Гамильтон предпринял последнюю атаку в попытке добиться захвата желанных с первых дней территорий – деревни Крития и высокого гребня Ачибаба. Çocukken bu sularda yüzerdim. Şimdi bakamıyorum bile. Her yanda İngiliz gemileri var. Onları bu denizlerden def edip yeniden yüzmek istiyorum. Я помню, в молодости тоже ходили, блин, всегда волосы мокрые, такие без шапки, а потом уже чем больше возраст, тем уже хуже бывало. Ну, гайморит, все такое. Kardeşlerimizin cesetlerine akbabaları üşüşüyor. Onları vurmak istiyoruz fakat yerimizi belli etmekten korkuyoruz. Gün ışıdığında ordularımız tüfekler ve bombalarla savaşacak. Gecenin karanlığı çöktüğünde ise gizlice sızarak sıçratlayacağız. Ölüm asla dinlenmez. Сыны Османской империи, проявите храбрость, это наш последний бой. Мы должны задержать врага на гребне, вот здесь. Они пойдут на прорыв, но мы не можем позволить им захватить Ачибабанулла. Если мы потеряем наши позиции там, то перестроимся и остановим их у Эски-Кале. В самом крайнем случае, мы будем должны защитить высоту на окраинах Критии. Лишь мы стоим между захватчиками и нашей родиной. Мы удержим нашу землю или умрем, пытаясь ее защитить. И во что он будет играть, интересно. Просто он реально столько времени проводит в GTA, чем в других. Он там вообще мало бывает в GTA и выходит. Мы теряем цель Айс. О, Руслан, здорово. Ничего у тебя там. Мы потеряли цель Айс. Тоже зависим. Если кота будет играть. Так не люблю, когда меня перестреливают.
придется летим, если он туда придет в каталожке. Но они, скорее всего, вечером будут, их не это главное. Ну еще одно скажем, МСК, там балласы практически все ушли. Зеленые тоже все ушли. Там вообще большие перемены. Ну, перемены не так будет. Много чего изменилось. Детство. В коробках не жалко, что только скины дают. Денег нету, ловить нечего, да, в GTA? Ха-ха.
Hoppa. Я не знаю, просто я всегда, когда смотрю свои записи, меня очень громко слышно. Что-то пошло нормально. Я говорю, в GTA, если нет денег, играть неинтересно, да? Россия, 1919 год. Разгар войны между сторонниками революционной партии большевиков и антикоммунистической белой армией. Царицын, город на берегах Великой Волги, это один из важнейших промышленных центров России и ключ к центральным областям страны. После трех неудачных осад Царицына, добровольческая белая армия, снабженная британскими танками и аэропланами, наконец-то захватила город. Контрреволюционные силы, состоявшие в основном из донских казаков и регулярных частей павшей империи, рассчитывали с помощью этой победы закрепить свои позиции на юге России и подготовить поход на Москву, где сосредоточились силы большевиков. Однако центральные регионы страны оставались под контролем Красной армии. Ее радикальная идеология была крайне популярна у народа. Таким образом, большая часть зерна и нефти страны оставалась в руках большевиков. Приближалась зима. И большевики рассчитывали, что белой армии не хватит сил удерживать город. Ждем тупо людей. После высадки из поезда наш полк выстроили у берега Волги. Волга, матушка. В ее неторопливых водах отражается душа всей России. Мы народное ополчение, новая российская армия. Наш долг – бороться с империалистами
и угнетателями. Товарищ Сталин описал прежние бои за город. 3 года здесь лилась русская кровь. Взять Царицын — наш долг перед павшими товарищами. Товарищи, вот распоряжение товарища Сталина. Наша первая цель — Красная линия, вот тут. Заняв эту позицию, продвигаемся к руинам Зевины. Захватим этот сектор и сможем выступить к Дону. А оттуда атакуем уже сам Царицын. Товарищи, от нас зависит успех всей революции. Давай, Лейла. Если чё, нас зовут Лейла. Приятной прогулки тебе. Блин, как это я так умудрился один сюда залететь? У нас такой шикарности уже целую эту зиму, можно сказать. Максимум минус 7 было и все. Ну, я говорю, у нас в этот год вообще зимы не было. Ни снега, чисто солнце, моросня. Походу, как я понял, в этом мире все изменилось. Не как раньше.
с вами есть набор подрывника техники. Да, это не его работа, чё? Таксиста, куда работа? Не, ему лучше действительно, ну, пойти в менты или, ну, чтобы интереснее было. Чтобы постреляться на человека. И нет-нет, от игровки не лучше. Хочет он этого, не хочет. Тут такой туман. Я говорю, таксист это не его работа. Как он будет таксовать, ты чё? Сейчас слышу. Да нормально будет с него коп. Я надеюсь на него. Да, прикольно все будет. Ну хорошо, что хоть туман попал. Да-да-да, электрики. Как раз нормально было бы. Ну, хоть может в тюрьме не буду много сидеть, если в копол будет. Если правду сказать, копы на нас не лезут, когда мы в толпой. А когда нас мало, ну, по одному могут.
Ну, вроде бы успел кинуть гранату. Спасибо. Ну да, зайду с Хантером. Тоже постримлю чуть-чуть. Просто я хотел постреляться чуть-чуть.
Теряем цель, енот. Я испугался, что не убью его с молотком. Посчитал лучше стволом. Надо было, чтобы экшен был молотком. Feindlicher Panzer gesichtet. Очень не в тему я стал чинить. Амуниціон!
Ничего себе. Это во что ты играл-то тогда? Battlefield 3? Вражеские дирижабли в пути. Сейчас мы тоже залетим. Ну скажите ему, чтобы хоть эту сделал. Нет, как-то. Там долго не продержится. Короче, я сейчас тоже Хантер залечу, покушаю, голодно. Спасибо, что были. Сейчас тоже к нему залечу.